Дорогая Наташа, сегодня я и моя боевая собака задержали трех диверсантов на границе. Товарищи пограничники, усилиями личного состава на заставе построена баня. Ночью кто-то фугас установил в заставы. На том берегу серьезные силы собраны. Техника подтягивается. Явно готовится к прорыву. Дух он не лох. Мы же сами не учили воевать. Застава! Занять круговую оборону! А дальше что? Погоны, ордена, герой. Женщины на шею бросаются. Сплошной праздник.